The Polyglot Gathering is brought to you by iTalki. Become fluent in any language. Okay, well, let me quickly say a few words in English. So I just want a little survey. Well, raise your hands who speaks Russian as a native language or C1 or above. Okay, B1, B2? Okay, A1, A2? Anyone who's like zero? Okay, guys, enjoy, it's gonna be in Russian. Do you want me to speak nice and slowly or just as a regular? Normally? Well, if I sound a little bit strange, that's not because my Russian is strange, probably because I'm deliberately trying to make it slower. Okay? Anyway, важность старых советских фильмов для достижения продвинутого уровня в вашем русском языке. Назад слайд, хорошо. Кто, поднимите руки, кто любит советские фильмы? Отлично. Меня... А, работает, все работает. Хорошо. Не знаю, у меня была идея как-то вот взбодрить вас. Получилось, что я с Нельсоном Манделой рядом. Говоря с человеком на том языке, который он понимает, ты говоришь с его головой. Ну, известное высказывание на русском языке, я сейчас его расскажу. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем. Ну, я решил продолжить сказать, что говоря с человеком на языке его любимых фильмов, ты говоришь с его душой. Это я придумал сегодня утром, так что... Это неизвестное никому высказывание. Итак, прежде чем мы перейдем и будем обсуждать конкретные фразы, конкретные какие-то крылатые выражения из фильмов, я хочу сделать небольшую предысторию. И, в общем-то, мы любим, мы, я имею в виду русскоговорящие, русские, те, кто любит русский язык, мы любим старые советские фильмы, некоторые российские фильмы тоже ничего. Вот, ну и давайте опять опрос. Скажем, ну я вообще-то уже спрашивал, что вы любите. А кто не видел еще советских фильмов? Ага, так вас не очень много. А остальные уже все видели, ну хорошо. Итак, друзья, советские фильмы, они разошлись на цитаты. И не случайно, в общем-то, я решил сделать этот ток, как бы это выступление по поводу фильмов. И мне кажется, если вы хотите, чтобы ваше общение с русскоязычными было просто волшебным, очень крутым, если вы потребите хотя бы одну-две фразы или цитаты из фильма, то вас ожидает огромный успех. То есть сразу, моментально у вас становятся хорошие дружеские взаимоотношения, с кем бы вы это ни делали. Вот, это действительно так, потому что мы часто разговариваем цитатами. Мы обожаем фразы и цитаты из этих фильмов. А каждый россиянин, русский, и не только русский, но те, кто знает русский язык, видели эти фильмы. Они знают их практически наизусть. Вот, и поэтому, когда ситуация в вашей жизни очень напоминает какую-то сцену из этого фильма, достаточно сказать 2-3 слова упоминания что-то из этого фильма, как все обеспечено, очень хорошее настроение у всех. Вот, сразу все начинают смеяться, и это действительно так. Сегодня мы посмотрим некоторые примеры, и вы это увидите. Мы действительно часто используем цитаты и фразы из этих фильмов, крылатые выражения, мы еще их называем, постоянно в своей речи. Мы даже этого не замечаем. Мы в первый день, когда только приехали в Берлин, разговаривали с Ириной, сейчас ее здесь нету, она сказала, что русский у нее очень хороший. Вот.
мы, вот я просто начал замечать, из-за того, что у меня выступление готовилось, я стал подсчитывать, сколько раз мы за вечер употребили какую-то цитату. Их было несколько, где-то пять, как минимум, за один вечер, там, за два часа. То есть мы это делаем на автомате. Я бы хотел сегодня, те, кто изучает русский язык, особенно вот от уровня А2, Б1, Б2 и выше, чтобы вы выучили, может быть, одну, может быть, три, может быть, больше фраз, которые вы могли бы сегодня употребить. Найдите русскоговорящего носителя языка и скажите ему одну из этих фраз и посмотрите на реакцию. Конечно, было бы идеально, чтобы его здесь не было, чтобы он не знал о том, что это такой эксперимент. Итак, когда кто-то с нами употребляет цитату или крылатое выражение, мы моментально чувствуем близкую связь и рапорт, не очень русское слово, наверное, но нормально, кто использует цитаты из фильмов. То есть если иностранец, который точно известно, что это не носитель языка, который изучал язык, скажет удачно, в нужное время, в нужное место правильную фразу, просто будет обеспечен, я даже не знаю, это будет взрыв мозга у русского, потому что русские думают, что язык наш очень сложный, и что никто его выучить не может, и если какой-то иностранец не просто говорит по-русски, там, здравствуйте, до свидания и так далее, а может сказать что-то, что является нашим секретным языком, а взрыв мозга обеспечен, то есть, прям вот гарантирую. Поэтому я решил выбрать такой интересный, не просто там introduction to Russian, а что-то более такое продвинутое. И если вы не видели какие-то из этих фильмов, я надеюсь, вам понравится. Итак, я отобрал, это было сделать очень трудно, отобрать, ну, время у нас ограничено, я выбрал там 30, может быть, чуть больше фраз, о которых мы можем поговорить. Может быть, если останется время, я найду какой-нибудь ролик, где есть эти фразы, и мы их увидим в фильме. И вы видите, да? Я еще ничего не сказал, они уже начали смеяться. Фильм «Кавказская пленница», оттуда много. Этот фильм и вообще фильмы режиссера Леонида Гайдая, если я не ошибаюсь, особенно его фильмы разошлись на цитаты. Практически все его комедии используются как раз на цитаты. Да, «Птичку жалко». Это надо говорить с очень грустным видом. «Птичку жалко». Можно с иронией. Я думаю, что мы можем сделать небольшой интерактив, если кто-то из носителей хочет поучаствовать и объяснить, например, где можно было бы употребить ту или иную фразу. Время у нас очень ограничено. Я думаю, одна минута на фразу, мы будем идти дальше. Обычно это какая-то, кто-то рассказывает душещипательную историю, которая хочет, чтобы его пожалели, и вот можно как бы с иронией сказать «птичку жалко», вот, и все, человек отпустит сразу, он начнет смеяться. Вот, так можно из депрессии вывести, наверное, кого-нибудь. Часто употребляемая фраза, одна из моих, наверное, любимых, короче, «склифосовский». Это фраза, когда вам кто-то что-то долго, скучно объясняет, читает лекцию, и вы уже не можете это больше слушать, скажите, короче, склифосовский. Вот. На этом месте, да, как я и сказал, будет взрыв мозга, если это был русскоязычный человек, и вы ему сказали, короче, склифосовский. Это означает, что, ну, хватит мне скучную лекцию читать. Поехали дальше, что ты хотел сказать. Это тот как раз кадр из фильма, где им собирались делать укол в заднее место и читали лекции. Да, да, да. Помедленнее. Слово «пожалуйста» написано с ошибкой, потому что его в фильме произносят так «пожалуйста», потому что он был пьяный в этот момент. Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Это когда кто-то быстро вам что-то говорит, начинает тараторить, трат, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Я вижу реакцию, да?
Попробуйте вот, запомнить еще ситуацию. Важно для применения этих фраз, чтобы четко соответствовал контекст. То есть, если вы попадете точно вот прям вот тютенька в тютеньку, как говорится, тогда будет как раз этот взрывной эффект, что человек настолько не ожидал. Некоторые фразы не очень легко употребить, но такие девизные, скажем так. Можно иногда, если вы с друзьями взяли мороженое, пиво, вам хорошо, и вы с русскими людьми, и жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Это такой девиз, один из популярных девизов. Он пришел из фильма, и многие часто говорят, когда вот жить хорошо, и кто-то обычно добавляет. Там, где диалог, иногда употребляется одна фраза или вторая фраза, но если один употребил это, вы можете продолжить диалог. Если кто-то сказал «жить хорошо», а вы ему добавляете «хорошо жить еще лучше». Все, у вас сразу будет connection вот такой. Я ждал этого. Очень хорошо. Пожалуйста, не тролльте с других спикеров. Поняли, не пожалуйста, я записываю, да. Ну, и если вы хотите сделать комплимент, и это надо говорить с кавказским акцентом, потому что комсомолка, спортсменка и просто красавица. У меня не очень хороший кавказский акцент, я акценты делать не умею. Но вот эта фраза «комсомолка, спортсменка и просто красавица» — это вот прям такая цитата, которую очень часто можно говорить в контексте, когда там молодая девушка, активистка, спортсменка, комсомолка как раз. Просто красавица. Вот. А в принципе, тут надо, конечно, подыскивать правильный... Потому что если вы просто придете и скажете «спортсменка, комсомолка, просто красавица», будет не так хорошо. Это вот, наверное, когда кто-то кого-то расхваливает... Да, в третьем лице говорится. Да, и в третьем лице. То есть это не человеку говорить, а вот девушка присутствует, но говорится как бы другим аудитории. Вот. Ну, мне кажется, это хорошая фраза. Ее стоит тоже некоторым взять на вооружение. Реакция, видите, да? Семен Семенович – это имя человека, но в фильме она употребляется в определенном очень смысле. Семен Семенович все время что-то забывал. Он забывал, куда он пистолет положил или куда надо спрятать деньги. Он делает какую-то глупость и тут же говорит, точнее не он говорит, а ему говорят «Семен Семенович». Поэтому если ваш друг что-то делает не так, или даже вы сами делаете что-то не так, ну там, не знаю, не туда поставили вещь, она упала, «Семен Семенович». И сразу такое ощущение именно, что вот есть вот эта связь с этим фильмом, с этими сценами, человек сразу все поймет. Вот. Ловите момент, то есть когда человек что-то вот прям накосячил, такое сленговое слово скажу, «Семен Семенович, хорошо». Это, наверное, для полиглотов совсем будет смешно, потому что здесь человек русский, который не говорит на иностранном языке, он изобретает, как ему кажется, иностранный язык, и начинает, соответственно, русские слова произносить на какой-то непонятный итальянско-турецкий еще какой-то лад. Хотя руссо-туриста, облика морали. Поднимите руки, кто понимает эту фразу. Ага, понятно. Надо тогда объяснить мне немножко. Я попробую объяснить. Сцена в фильме, по-моему, это в Турции происходит, в Стамбуле, если я не ошибаюсь, в фильме. И русский турист заблудился, и там женщина древней профессии, не знаю, стоит мне называть вслух или нет, она к нему как бы пристает. Вот. Но его... А? Девушка легкого поведения. Да, то есть она к нему пристает, приходит его друг и пытается его спасти. Для этого он говорит «руссо-туристо, облика морали». Может мне перевести? Объяснить как-то?
well, what he's trying to say in this phrase, because this is the not real language. He's playing with words, trying to make it sounding like a foreign language. Russian tourists of the strong morals. Like, because a woman, she was a prostitute who was trying to get the customer and a friend of... And his friend came over to save him from her, and he's inventing the language. He's saying Russa turista, because it doesn't make sense in Russian as well. Oblik, morale, strong morals. Well, this is the, as far as I can translate that. Но для русских это звучит очень смешно, потому что если вы скажете в ситуации, когда ну, ваша подруга или кто-то оделся очень вызывающе, очень откровенно, там можно сказать «руса туриста, облика морали». То есть если вы в ситуации, когда есть русскоговорящие и вот что-то хотя бы отдаленно напоминающее, можно сказать, даже можно не продолжать, просто «руса туриста», и многие засмеются уже на этой фразе, потому что «облика морали» — это очень... «Руса туриста» можно сказать, если человек даже не говорит на другом языке, кроме русского. Да, да, ну «руса туриста» совпадает как бы просто так вот, что частично понятно, а дальше непонятное, да. А что это «облико»? «Облико»? Это извращенное слово «облик». Просто он добавил слово «о», букву «о» на конце, чтобы выглядело, как будто это итальянский или какой-то иностранный язык. Appearance. Or image. Yes. Like Russian tourists have image of the strong morals. They're not going to this kind of women. Я не слышу, извините. Еще раз. Моральная, да. Да, мод. Стандарт хорошего поведения. Тут еще коннотация, тут, наверное, надо объяснять, что этот фильм конец 60-х годов, 60, я боюсь ошибиться, 9-й. И тут много именно как бы такого, не то чтобы высмеивание советских как бы традиций, а такое подтрунивание, используя слово. То есть ирония, да, это очень ироничная фраза, и русские понимают, что это неправда, и, ну или не всегда правда, скажем так. Тут просто конфликт между тем, что он говорит, и тем, что есть еще в реале. Даже я уже не говорю про то, что сама фраза, изобретенная на изобретенном языке, получилась. Еще и конфликт, что мы, русские, не такие. Что добавляет юмористичности, это становится еще смешнее. Ну вот по поводу того, как это употреблять. То есть, если, говорю, есть такая ситуация, что пойдем в клуб в ночной, не-не-не, руса туриста, облика морали. Все, успех вам обеспечен. Продолжение этой сцены. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Я даже не знаю, что это означает. Я догадываюсь, что это... Быстрее-быстрее, да. Ну... Опять выдуманное. Это ничего не означает в русском языке, однозначно, но смысл такой, что давай быстрее-быстрее. Поэтому это хорошо употреблять, если ваш roommate здесь долго собирается на лекцию, вы его ждете. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Если это будет русскоязычный, то да, он упадет просто от шока. И вообще, у меня дома часто эту фразу говорят, когда мы хотим поехать в город там, или еще что-то, и жена меня ждет, или я ее жду, цигель-цигель, давай быстрее. То есть цигель-цигель, ай-лю-лю, это вот из этого фильма пошло, это употребляется. Да, показывай, чем на часы, и говорите цигель-цигель, ай-лю-лю. Быстрее-быстрее, давай, я тебя жду. Уже сколько можно ждать? Цак-цак? Цак-цак, das bedeutet schnell. Ja. Aber es bedeutet, ich habe keine Zeit. Nee,
Не-не, он говорит не быстро, он пока что, мы уже опаздываем на пароход. Ну, пока что уже нету времени совсем. Да-да-да, но смысл такой, что нету времени, надо быстрее. Я подожду, пока да, русские отсмеются. Не виноватая я, он сам пришел. Это как раз сцена, где тот же самый человек, он попадает в ситуацию, когда женщина его хочет соблазнить, чтобы, ну там, бриллианты, я сейчас не буду объяснять весь сюжет фильма, но смысл такой, что не виноватая я, он сам пришел. Сцена, когда в гостиничный номер вламывается его жена, соседи, дома этот... Дружинники, милиция, да. Вот. И женщина, которая, соответственно, его приглашала в отель, она уже была полураздетая, и вот она там, конечная сцена, это «не виновата я, он сам пришел». Я не знаю, где вы можете это применить, честно сказать. Но, вообще говоря, можно, если пошутить над русскими, то есть, не знаю, к вам, если вы девушка, к вам пришел просто там друг на чай, на кофе, и тут еще подружка завалила и говорит, а, у тебя там что-то тут намечается. Не-не-не, не виновата я, он сам пришел. Наши люди в булочную на такси не ездят. Тут наши, имеется в виду советские, настоящие представители советского строя, которые должны быть образцом морали, образцом бережливости и так далее. То есть опять тут противоречие между тем, что на самом деле, и тем, что как бы ну, декларируется. То есть главный герой ехал на такси в булочную, на самом деле он встречался с милиционером, но для соседей было видно, что он ездил на такси за хлебом, что по советским меркам это непозволительное расточительство, то есть как это он на такси в булочную за хлебом. И его морально осуждают в данной как бы, сцене, то есть соседи, которые за этим смотрят. И управдом ее, по-моему, да, у нее была должность? Управдом. Управдом это главное над, как это, управляющая домом, менеджер дома, я не знаю, как это сейчас. Она же по совместительству еще как бы смотрит за порядком, смотрит, чтобы были моральные устои, не нарушались, и вот дает всякие эти моральные советы. Поэтому, если у вас кто-то и ваши друзья русские вам предлагают, да поехали на такси, как, хотя там совсем недалеко идти, например, там 300 метров, и говорят вам, поехали на такси, можете сказать, наши люди в булочную на такси не ездят. Поедем дальше. К сожалению, я думаю, эту фразу можно употреблять часто на полиглотовских конференциях. Я прочитаю. «Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет уж, лучше вы к нам». Кто знает, что такое Колыма для русских? Для русскоговорящих. Ну, я имею в виду, что Колыма – это место, куда людей посылали, да, в заключение, в тюрьму, в ГУЛАГ. Поэтому, когда человек из Колымы, так получилось, что человек из этого места, куда, ну, в российском, русском сознании, туда посылают, когда ты осужден. То есть суд говорит, что вам там дают 10 лет без права переписки, и раньше посылали в ГУЛАГ. В ГУЛАГ Колыма. Колыма было очень популярное место для этого. Говорит он это одному жулику, который очень боится, что он попадется и его посадят. И он им говорит, будете у нас на Колыме, милости просим. И он поперхнулся, нет уж, лучше вы к нам. Поэтому у русских это применяется часто, когда вы уходите из гостей или уезжаете откуда-то, вы можете говорить, ну, будете у нас на Колыме. Это обычная фраза, как вы приглашаете в гости. Очень часто, если вы сейчас с кем-то разъезжаться будете, вот когда закончится конференция, можете говорить, будете у нас на Колыме. Да, хочешь что-то сказать? Да, я хочу сказать, что на самом деле, микрофон.
На самом деле не обязательно использовать всю фразу целиком. Достаточно сказать «уж лучше вы к нам» или «будете у нас на Колыме». А подразумевается, что второй человек либо продолжит, либо усмехнется. Да, ну, я, как я и сказал, не всю фразу можно, да, действительно, спасибо, Татьяна. Вы можете частично брать, но основной суть – это «будете у нас на Колыме» и многоточие. То есть, когда мы прощаемся часто, ну, вот, например, Дима, с кем мы, он приехал из Ирландии, я приехал из Кипра в этот раз, и, скорее всего, когда я буду с ним уже прощаться и говорить «до свидания», ну, вот на этот раз, я ему скажу: «ну, будешь у нас на Колыме», означает «приезжай ко мне в гости на Кипр». Эта фраза означает «приезжайте к нам в гости». Но она очень смешно звучит для русских. А если он скажет, что «нет уж, лучше вы к нам», то есть, видимо, ему не очень удобно к вам ехать. Достаточно одной таблетки. Ошибка не случайна. Человек, который говорит, он говорит это с акцентом в фильме. И таблетка пишется по-другому, да, но здесь именно так надо произносить. Достаточно одной таблетки. Таблетки. Достаточно одной таблетки. Вот так надо говорить. Я думаю, что, ну, фраза означает, что он дает снотворное для того, чтобы главного героя, потом как раз вот та сцена, где невиноватая я, он сам пришел, чтобы она его усыпила. И спрашивает, сколько нужно, достаточно одной таблетки. И часто русские употребляют эту фразу, когда дают друг другу лекарства или что-то такое, вот, что штучками, там, ну, похоже на лекарство, тоже можно пойти. И человек спросит, а сколько надо принимать? Достаточно одной таблетки. Вот. Чтоб ты жил на одну зарплату. Это проклятие в советские времена. Тут, опять-таки, намек на то, что раньше люди жили не только на одну зарплату. Многие, они пытались заработать деньги, занимаясь какими-то не очень иногда легальными вещами или то, что государство не разрешало, там, частным предпринимательством каким-нибудь или еще что-то. И это у нас называлось крутиться, то есть там кручусь, то есть работа, на которой платят немного денег, совсем чуть-чуть, и есть еще дополнительный доход. Поэтому если человеку сказать, чтоб ты жил на одну зарплату, это жуткое проклятие, ну, что ему будет не хватать денег. Я не знаю, как это применить в нашей ситуации, но можно, наверное, да, так пошутить, чтоб ты жил на одну зарплату. Наверное, это если кто-то начинает насчет денег очень сильно беспокоиться. Да, ну, можно, да. Часто это, если человек идиот, то это надолго. Сейчас будет, вообще, многие фразы из фильмов, они на самом деле ругательные. Ну, вот, как бы получается, что это такое, если их употреблять, то это троллинг. Ну, я уже современное слово скажу. Потому что, ну, казалось бы, надо что-то милое, приятное говорить, но вот большинство крылатых фраз, они, как правило, негативные, но они очень смешные. И часто вот эту фразу говорят про кого-то, кого нету. Что-то человек сделал очень нехорошее, говорят, если, ну, или сглупил, говорят, что если человек идиот, то это надолго. Ну, это вот, если вы хотите кого-то отругать, очень так серьезно, можно употребить. Я думаю, многим знакомо это состояние здесь рано утром на конференции. Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе. А это утро после попойки. То есть у человека болит голова, он себя очень плохо чувствует. И если вот у вас такая ситуация, завтра, если вы сегодня хорошо будете вечером проводить время с алкоголем, то завтра утром, если ваш русский сосед будет вас будить и говорить, пошли на лекцию, пошли, там будет интересное вступление, вот вы ему скажите: мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Я вторую решил не делать, да, потому что, ну, будет длинный очень, там есть еще ответ.
Ну, а теперь идем к другому фильму, а то у нас время идет, и мне надо, да, посмотреть на часы сейчас. А еще есть время немножко. Давайте быстрее, потому что времени не так много, да. Так, «Белое солнце пустыли» — это еще один классический фильм советский. Часто его, кстати, есть традиция, что наши космонавты до сих пор смотрят этот фильм. Знаете, да, что все космонавты, которые улетают на орбиту, они смотрят этот фильм перед вылетом. Это традиция 60-х годов, и она до сих пор существует. То есть даже если в следующем году кто-то полетит в космос, они будут смотреть этот фильм перед вылетом. Это традиция. Это было первый раз, когда кто там в космос полетел. Ну, нет, ну не Гагарин. А? Нет, тогда это еще фильма этого не было. Когда был Гагарин, не было фильма. Ну вот когда фильм появился, ну обычно это как? Удачный был полет, смотрели перед этим фильмом. Ну и решили, надо ничего не менять, чтобы была традиция. Ну просто имейте в виду, так вы можете кому-то об этом сказать, не все русские это знают. «Восток – дело тонкое, Петруха». Я думаю, что на конференции это легко употребить, потому что у нас много людей с Азии и с восточных стран. Вот, и если будет какой-то разговор между, например, с кем-то из Европы или из Америки с азиатом, и вы хотите там еще русские, то есть «Восток – дело тонкое». Петруха. Петруха — это тому, кому это говорили. Ну, вообще, «Восток — дело тонкое» — это вот прям крылатое выражение. То есть это означает, что азиатский образ мышления, культура отличается от нашей. И когда человек хочет вот мистически так ответить, ну, «Восток — дело тонкое». Это обычно именно вот что-то связано с Азией. Так, попробуем дальше. «Я мзду не беру, мне за державу обидно», говорит российский таможенник в фильме. Ну, российский или он там, я не знаю, да. Там, по-моему, не советский еще просто. Советский, да? Здесь «я мзду не беру, мне за державу обидно». Часто русские говорят «мне за державу обидно». Первая фраза не всегда употребляется, как, когда хотят именно защитить Россию, защитить Родину от каких-то критических замечаний. Там, или наоборот, что у нас что-то там плохо, это вскрылось, и люди говорят «мне за державу обидно». Если вы найдете момент, как это употребить, ну вот, не знаю, мне кажется, если человек жил долго в России, он может это сказать спокойно, мне за державу обидно, даже если он по-русски не очень хорошо говорит, будет очень, мне кажется, смешно. С одной стороны, хорошо. Гирчатая, открой личико. Это часто в детстве мы говорили такую фразу, я не знаю почему, как к девочкам, когда мальчики пристают, дергают за косичку, и потом они говорят, Гульчатай, открой личико. То есть там была восточная женщина в хиджабе, по-моему, или как это называется. А? Паранже, хиджаб, я не знаю. Паранже. Да, и, соответственно, там советский солдат Петруха все пытался увидеть, как она выглядит, и говорит, читай, открой личико. И у нас часто так парни говорят, если девушка замоталась в шарфе каком-нибудь зимой, ну, и говорит, читай, открой личико. Так, ну, некоторые смешные высказывания. «Жениться надо на сироте». Это говорит в сердцах герой, папа его тесть, да, я так понимаю, папа жены, говорит постоянно критику, ругает его, и в один момент он не выдерживает и говорит, что жениться надо на сироте. То есть, вот, за что получает пощечину сразу. Я думаю, это проблемы между, именно, как это назвать, родственниками жены и мужем, можно так. Частая фраза «сухари сушить», опять-таки, что же теперь делать, что делать? Сухари сушить, и такой смех у Папанова там смешной. Вот слово «сухари сушить» можете брать на крылатое выражение, потому что если кто-то нервничает и говорит, что же делать, сухари суши. Это очень хороший ответ, потому что что означает сушить сухари? Это делать вот этот высушенный хлеб, сухарь называется, это высушенный хлеб,
Обычно, опять-таки, отсылка на то, что когда в тюрьму человек отправляет, или в ГУЛАГ, или в тюрьму, это еда, которая хорошо сохраняется, и можно, соответственно, там мешок сухарей брать с собой. Это намек на то, что готовься к тюрьме. То есть суши сухари означает, что завтра за тобой приедут, ты попадешь в тюрьму, и тебе надо иметь с собой еду, сухари. Поэтому, когда кто-то очень нервничает и говорит, что делать, ну, скажите ему, сухари суши. Так, и переходим к новому фильму «12 стульев». Один из моих любимых фильмов, четырехсерийный фильм с одним из известных актеров, очень любимых, Андреем Мироновым. Итак, Киса, разрешите спросить вас, как художник художника, вы рисовать умеете? Я часто употребляю эту фразу или ее вариация, потому что обычно не про художника, а про что-то другое. Речь можно заменить профессию на другую. Юмор этой фразы в том, что он устроился работать художником, хотя он рисовать не умеет. И его, скажем так, компаньон, партнер по жизни и по фильму, там получается, они вместе клад ищут, он тоже рисовать не умеет. А у них задача нарисовать большую картину рекламную. И вот перед тем, как начинать рисовать, он у него спрашивает эту фразу. «Киса, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете?» Я часто эту фразу говорю, когда я что-то должен сделать, что я делать не умею. Если мне еще кто-то должен помогать, я ему говорю, скажи мне, Киса, скажите мне, как дизайнер дизайнеру, дизайнить умеете, или там программировать, или что-то другое. То есть, если вы берете за дело, которое вы точно не умеете делать, можете так пошутить. Скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете? Я полагаю, что торг здесь неуместен. Часто используется именно вторая часть, торг здесь неуместен, когда идет речь про деньги. И, например, если друг вам, там, не знаю, должен был заплатить за что-то, отдать какие-то деньги, и если он там говорит, давайте там дам не 20, а 30, или наоборот, не 30, а 20, можно сказать, торг здесь неуместен. Вот. Мне кажется, будет очень смешно, если это скажет тот, кто для кого русский не родной язык, торг здесь неуместен вот в ситуации денег. Часто употребляемая фраза – это «лед тронулся, господа, присяжные заседания» или просто «лед тронулся». «Лед тронулся» означает, что процесс пошел, что-то началось очень важное, изменилось. Откуда это выражение? Это реки в России зимой замерзают, они покрываются льдом. И весной, когда начинает теплеть, лед начинает таять, и он в какой-то момент он ломается, и называется «лед тронулся», то есть пошел процесс, река освобождается от льда. То есть начинается идти лед. И обычно это какое-то важное мероприятие, что-то началось. То есть если вы готовитесь к какому-то важному проекту, что-то такое, вы можете, ну, что-то изменилось очень такое большое, начался какой-то большой процесс, скажите, лед тронулся. Это очень интересная фраза, как бы, и вот в фильме она часто употребляется. И тут Остапа понесло, это закадровый голос был в фильме, но он часто говорят, что Остапа понесло, когда кто-то очень сильно увлекся. Если кто-то начинает там увлеченно что-то рассказывать, хотя это уже никому не интересно, очень много что-то говорит. У нас часто говорят в компании, и вот Остапа понесло. Это как раз вот про эту ситуацию. То есть если вы поймаете, например, Диму из Латвии, который очень много что-то говорит, скажите ему, что вот Остапа понесло. А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Это смешная фраза, когда, да, у вас кто-то просит что угодно, может ручку попросить, может книжку или что-то одолжить. Пошутите, да, над русским, скажите, может тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Я думаю, что да, будет очень смешно, потому что это парень, попрошайка, попросил 10 копеек у Остапа, главного героя этого фильма, и он ему сказал эту фразу. Хотя у него ни ключа, ни тем более квартиры, в которой деньги лежат, не было. Ну, там дополнительно это юмор, но смысл от самой фразы, что может тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат. Мне часто эту фразу говорили, когда я что-то кого-то прошу, мне говорят, можете еще ключ от квартиры дать.
Можно, можно укоротить. Может, тебе еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат. Знойная женщина, мечта поэта. Это комплимент, я надеюсь. Часто мужчины, обсуждая какую-то женщину, именно двое русских мужчин могут сказать, да, знойная женщина, мечта поэта. Это прямая цитата из фильма. Вот, ну, вот знойная, не знаю, обычно это какая-то фигуристая, там, в теле, со всеми выпуклостями и так далее. Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит меня камень. Ну, это смешная ситуация в фильме, когда Остап должен был попасть на судно, на корабль. Вот, и как раз художником он когда устроился, вот, он сказал, что ничего, что ты со мной будет мальчик. Сказали, ну да, ничего. А мальчик это был там дядечка такой, почти 50 с лишним там лет. Они сказали, это мальчик? И вот ответ, кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит меня камень. Поедемте в номера. А, тут тоже, да, есть ошибка, но это специально так, в фильме именно так и говорится. Номера, то есть это приглашение женщине поехать, проехаться в гостиницу. Вот, поедемте в номера, ну, можно попробовать. Не надо. Алиса первый кандидат. Поедемте в номера. Это, да, это был пошлый намек на то, что поехали со мной ко мне. Пилите, Шура, пилите. Мы переходим к другому фильму «Золотой теленок», тоже... Это продолжение, кстати, первое, то есть если «12 стульев» это была как бы первая книга, по которой сделали фильм, это вторая книга «Золотой теленок». И «Пилите, Шура, пилите», когда кто-то делает работу, никак не может ее доделать. Обычно это что-то физическое, там, что-то надо пилить, и вот «Пилите, Шура, пилите» часто употребляется, когда надо кого-то подогнать, быстрее заканчивай, пили, пили. У нас осталось совсем, да, немножко как раз, и по времени мы хорошо успеваем. Не делайте из еды культа. Ну, часто говорится, да, вот можно, когда вы пойдете завтра обедать в ресторан, и кто-то говорит, что, ну, тут как-то не очень хорошо кормят, надо в тайском ресторане мы больше не пойдем, как мы сегодня, ну, да, вот надо сказать, не делайте из еды культа. Удивительный вы человек, все у вас хорошо, с таким счастьем и на свободе. Обычно говорится последняя фраза, то, что первые так все знают, то есть с таким счастьем и на свободе. Это Остап намекает на то, что, ну, там, я сейчас не буду объяснять весь фильм, но смысл опять, намек на тюрьму, да, что с таким счастьем и на свободе, как вы не загремели еще в тюрьму до сих пор. И для, я не знаю, есть кто-нибудь из Бразилии здесь? У нас никто, никого из Бразилии нет, но вот тогда они потом запись посмотрят. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Говорить надо именно с таким вот сожалением. Остап попал в какой-то маленький провинциальный городок, а у него была мечта попасть в Рио-де-Жанейро, что Рио-де-Жанейро – это лучший город на земле для него был, где столько богатые люди в белых парусиновых штанах. И вот он всю книгу он мечтает о том, как он туда попадет. И когда он попал в какое-то захолустье, какой-то провинциальный город. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Обычно так говорят русские, когда приезжают в какую-то дыру и говорят... Нет, это не Рио-де-Жанейро. На этом все. Я принимаю вопросы. Скажу, мы взяли очень-очень маленькую часть вообще имеющихся фраз. Я думаю, что их не так много, то есть от самых популярных, ну, пару сотен, может быть, чуть больше. Если вы хотите, если вас эта тема заинтересовала, я советую вам набрать просто в гугле крылатые фразы из фильмов, и вы их найдете очень много. Причем найдете как на YouTube, так и... в письменном виде, то есть можно их прочитать, так и ролики на YouTube из самого фильма уже нарезаны именно только крылатые фразы. И, может быть, попросите кого-нибудь из русских, чтобы вам помогли, объяснили, как это лучше употребляется. И мое пожелание, то есть если вы делали записи, попробуйте сегодня одну, две, может быть, больше фразы
применить на ком-нибудь из носителей языка, на наших русскоговорящих гостях здесь. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Если у нас еще есть несколько минут, можно попробовать открыть на YouTube и посмотреть какой-нибудь ролик. Если вы не возражаете, на 2-3 минуты можно ролик поставить. Можно один маленький вопрос? Да? Можно, да. Эти крылатые фразы управляют только люди, которые жили во время Советского Союза и помнят эти фильмы, да, в своей юности видели, или тоже сейчас, люди, которые после родились. Можно я отвечу? Можно, будет вторая версия, я сейчас скажу. Я думаю, что эти фильмы, они классические, не случайно, их смотрят и новые поколения. Не так, может быть, много, как раньше, но, в принципе, мое поколение точно все смотрели, хотя этот фильм, там, многие из этих фильмов еще до моего рождения были сняты. И сейчас многие семьи продолжают их смотреть, у многих есть диски, есть фильмы, часто эти фильмы пересматриваются. Принцип, почему именно я советую обратить внимание на крылатые выражения, потому что это секретный язык в носителе языка. То есть если вы чуть-чуть даже его изучите и употребите, то вы сразу прям будет очень-очень близкая связь моментально. Каждый практически россиянин или русский знает эти фильмы наизусть. Вот практически любую фразу с любого места. Хочешь добавить? Ну, как бы я жила в советское время, я родилась в советское время, потом после 5 лет мне было, когда все это разрушилось. Но мы до сих пор, мы живем в Италии, у нас есть наша видеотека с фильмами. Иногда, когда тебе очень грустно или хочется посмотреть что-то из родное, мы пересматриваем, даже если мы знаем практически наизусть все. Так нам тоже надо смотреть эти фильмы. Да. Некоторые, посмотрев эти фильмы, начинают так говорить по-русски, что невозможно отличить от носителя. Да. Есть какой-нибудь иностранный фильм, который знакомый в России, который уживается цитатой? Гранатец. Да? Да. Если... То есть те фильмы, которые зарубежные, но тоже на цитаты в России, да? Я правильно понял вопрос? Например, «Хьюстон, у нас проблемы». Я не знаю. Есть, я думаю, совместные фильмы, но они тоже на самом деле русские, получается, итальянцы. «Приключения итальянца в России» — один из таких фильмов, который снят совместно Россия и Италия. Он... Да, он называется по-итальянски как-то там по-другому, но смысл именно такой, что «Приключения итальянца в России». Я думаю, что давайте я покажу еще раз, какие фильмы были. Очень-очень много фильмов, да, которых... Ну вот я выбрал совсем немножко, это, не знаю, меньше чем 10% тех фильмов, которые стоит посмотреть. Я думаю, что если вы наберете крылатые выражения из фильмов, вы найдете легко эти фильмы. Многие из них доступны бесплатно на YouTube. Мосфильм выложил все свои фильмы официально на YouTube, на их канале можно их посмотреть. Вот, ну и их любые другие тоже найти несложно. Друзья, у нас наше время истекло, у нас уже ждет другой спикер. Всем спасибо, до свидания.